помимо прекрасной супруги Светланы, которая сейчас в ложе, дети, дети Юры Шатунова, прекрасная Стелла и Денис. Вот они выходят с Олей Серебкиной к нам сюда. Андрей, ну что, я думаю, ну, во-первых, детки очень волнуются, давайте их поддержим аплодисментами. Они так боялись выходить на эту сцену, что Светлана, жена Юры, дико волнуется, и именно поэтому за своей скромности даже сейчас не вышла на эту сцену. Вот такая вот. Она в ложе машет нам, да. Ей огромный привет. Лена, Света, тебе огромный привет. Весь концерт все участники выносили белые розы, которые я хочу передать Эстелле. Держи. Как тебе концерт? Концерт получился отличный. Всем спасибо за то, что собрались на 50-летие папы и за то, что дарите любовь и доброту за все его песни. Ты на него похож, а? Вы только посмотрите, прямо копия. Ну расскажи мне. Потому что все счастливцы такие очень прикольные. Я очень люблю все, друзья мои дорогие. За папу. Потому что я хочу тебя спросить, Андрей, спроси у Стеллы. Конечно. Какая, какая у тебя любимая песня, папы? «Седая ночь». Да, ребята, ну конечно же «Седая ночь» уже звучала на нашем концерте, но если этого хочет сама дочка Юры Шатунова, ну как ее не спеть? Тогда пусть прозвучит эта песня, но прозвучит она уже в исполнении Юры для вас, для всех артистов. И давайте мы хором всем залом споем эту песню. Балкон!